Інтертул – твій інструмент. Хороша гра, довольно таки красива получалась играть і у нас, я думаю, і у Шахтера. Ну, конечно, обидно очень, что проиграли, потому что не заслуживали на поражение, я думаю, 100%. Практически один момент они забили там с двух. Как бы игра такая практически была без ворот, ну, у них получилось забить, у нас нет. Это наша проблема, мы будем над ней работать, чтобы в последующих матчах забивать голы. Сегодня было больше борьбы такой. Я считаю, что с Гаверло более обидное поражение, чем это. Здесь все-таки соперник был посильней. Ну, обе игры могли выиграть, я считаю. В втором тайме, кроме гола, Шахтер больше ничего не создал у наших ворот. Не знаю, как-то были, в принципе, моменты, но реализации не было. Вроде на сборах работали, и сейчас пауза такая большая была. Все должно было быть нормально. Не знаю, как-то тяжело нам входится в сезон. В ключевых эпизодах, именно моментах, тогда, когда нужно было, мы были не слишком настойчивы как-то и нерешительны, что ли. То есть там, где нужно было сыграть мощнее, агрессивнее, выжать где-то максимум, это не получилось. Вот. И в общем и целом, как бы, не так остро, как хотелось бы, выглядели сегодня в атаке. Хотя создавалось впечатление некого преимущества во втором тайме, допустим, территориального, но оно просто без обострения ничего не приносит.